Все нормально? Работать на этого толстого орка-подорока – чистейшее мучение. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные сморческие оккупанты. С вами я, Головка от Часов Заря. Я увидел ваш фидбэк в отношении продолжения серии роликов про Готику 3, и вуаля, я все еще в Миртане пытаюсь выжить, имея в одной руке распечатки комиксов Инкейса, чтобы не мерзнуть холодными ночами, а в другой — игры с Gabe Store! Gabe Store — это лучший на территории СНГ магазин компьютерных игр с максимально выгодными ценами, благодаря которым ты сможешь себе одновременно купить игру и сохранить деньги на покушать. Хочешь поиграть в лучший в мире МГС? Пожалуйста, специально для ценителя, как ты. А может, ты хочешь окунуться в лучшую в мире исторически достоверную игру? Пожалуйста! Наслаждайся, балдей, кайфуй, потрогай статую А может, хочешь погамать в стратежку? Пожалуйста! Ну а если ты трушный прогеймер и ценишь настоящие ролевые видеоигры, то тогда я тебе советую купить Pathfinder, который я все хочу полностью пройти, но у меня нет времени, так как единственные игры, в которые я играю, это игры, по которым делаю ролики. Gabe Store. Ссылка в описании к видео. В прошлый раз мы остановились на том, чтобы вот-вот начать массовый геноцид юдишек, но вы мне дали понять, что прямо сейчас геноцидить неразумно и лучше бы сначала побегать по городам да посмотреть, чё почём хоккей с мячом. Я, конечно, поначалу хотел вас всех куда подальше с такими советами, но с другой стороны, если сейчас начать всех убивать, можно потерять кучу квестов, опыта, денег и лишних доказательств того, что повстанцы — это унтер меньше. Недостойные существования и право на размножение. Нас, повстанцев, и так узнают за версту. Тебе следовало бы выказывать нам чуть больше уважения. Ты очень смелый. Что ты имеешь в виду? Сейчас наш путь лежит в Монтеру, достаточно крупный город в срединных землях. Прощай, Кабдун. Надеюсь, я еще сюда вернусь. А заодно этот travel experience отлично поможет нам понять, какой здесь открытый мир. В свое время многие жаловались, что хоть мир здесь и огромный, но пустой и суховатый, как труселя монашки. Ну вот, вроде нашел какой-то лутец вместе с лютней. Смотрите, да я же теперь современная underground рок-звезда. Показал я ей мой пенис. Ну, она достала свой. Уа-уа, уа-а, анимешная любовь. Мы встречаем на нашем пути грустного торговца Иумара, который страдает от нападения местных негодяев, что украли у него ящички маслечка, тем самым оставив местных извращенцев с трещинами на анусе. Дабы по 150 раз туда-сюда не бегать, я нахожу недалеко пещеру этих бандитосов и выношу их. Конечно, я еще точно не могу быть уверен, что везде в этом открытом мире нам будут попадаться вот такие рандомные квесты, но сам факт того, что они хоть где-то есть, меня радует. А еще меня бесят периодические односложные реакции косипоши на все происходящее вокруг. В детстве меня батя лупил солдатской бляшкой по яичкам. Ясно. Иногда я драчу на советское асексуальное фури-порно с отсылками на Стругацких, а потом прошу бога о прощении. Понятно. Я либерал. Да ты совсем чокнутый, ты знаешь об этом? Вот вы думаете, самые опасные противники здесь — это орки или тролли или подписчики Шевцова, но на самом деле это не так. Самый мерзкий и вредный — это шершни, которые в отличие от предыдущих частей отравляют нас своей острой сракой. Их уколы не такие уж и больные, но вот отравление длится долго и порой даже несколько порций еды не спасают. Я продолжил свой славный путь и снова наткнулся на квест. Стой! Ни шага дальше! Не бойся, я тебе ничего не сделаю. Правда, этот повстанец тоже просит меня прочистить пещеру, только в этот раз от гоблинов. Я, конечно, понимаю, много квестов, все дела, но если меня еще раз попросят прочистить кому-нибудь пещеру, и это в буквальном смысле будет пещера, а не тонкий сексуальный намек, то я... Сочту это оскорблением. Путь наш становится чуть веселее. Мы натыкаемся на ферму, /хату наемника орков по кличке Доминик. Он говорит нам, что до Монтеро есть два пути. Длинный, но безопасный, и короткий, но с полчищем разбойников на пути. А еще подмечает, что мы выглядим как шалопай. У тебя такой вид, как будто ты что-то натворил. Долго переть мне неохота, так как это лишний гигиенофутаж, так что вместо того, чтобы потратить 10 минут на унылую длинную дорогу, я трачу час, чтобы вырезать кучу мерзких разбойников, используя хитрость, смекалочку и подходящий саундтрек. Таким макаром я зарабатываю опыт и лишний раз даю подписчикам понять, что я редкостный аутяра. А вот и Монтеро. Вы только посмотрите на эти прекрасные
Руины. Понимаю, что времени на восстановление нет, но вы бы хоть тут подмели все, да полы с хлоркой помыли. Но в целом город выглядит неплохо. Везде рабы, наемники, и нас также посылают на три буквы. Ты ведь не хочешь просто пройти мимо меня, а? На это Косипоша все так же проявляет свою простецкую односложную натуру. Далеко не всякого мора терпит в стенах этой крепости. Понимаю. Как вы уже могли догадаться, нам все так же придется выполнять кучу местных квестов, прежде чем нас пропустят. Благо разрабы осознают это геймплейное клише и сами себя же обстебывают. Наверное, стражу у ворот крепости выставили неспроста. Да уж, конечно. Даже не думай войти в крепость просто так. То есть ты должен иметь заслуги перед городом, чтобы они считали тебя благонадежным. Только тогда ты сможешь свободно передвигаться среди них и разговаривать с их главарем. Все очень просто. Это мне знакомо. Кстати, челика, с кем мы сейчас ведем разговор, зовут... Я Марик. Понимаю. Татарик, он же начальник наемников, предлагает нам сделку. Мы поможем ему с его работниками, а именно попробуем узнать, кто из них норм работяги, а кто нет, и тем самым выслужимся перед орками. Звучит обыденно и не особо интересно, но за этим вроде бы простым деловым предложением скрываются квесты, которые дают понять, что в Монтере собрались редкостные жопалаи. В первую очередь мы болтаем с наемником Брэдли, который следит за ансабами. Его задание вполне себе простое. Нам надо поглядеть на рабов, которые занимаются раскопками, и отправить самых угашенных на халтурную работу на ферме. Потому что уборка кала за коровами расслабляет и делает тебя сверхчеловеком. Однако от рабов мы узнаем, что этот самый Брэдли цыганит с них золото. И кто больше положит на лапу, тот и отправится на ферму пораньше, так сказать. Этот ублюдок требует, чтобы мы ему платили, чтобы попасть вверх списка. Понимаю. Вот так потихоньку мы узнаем косяки подчиненных Марика. Отправляем двух рабов чистить сарай и получаем следующее поручение от рабначальника. Теперь нужно сходить на ферму и прислать оттуда рабов на раскопки. Этот домик в деревне, кстати, принадлежит некому Деннису, который тоже дает нам квест спасти его коров и свиней от хищников. Для этого нам понадобится очистить пещеру от волков. Сиськи, Мелитель, да вы издеваетесь надо мной. Ладно, возвращаемся к нашим рабам. В этих местах уже долгое время чилят два дебича, которые ну не хотят возвращаться на раскопки, так как там настоящая каторга. Да еще и орки над ними рофлят периодически. Поэтому каждый из них просит меня не отправлять их туда, а за это они поделятся со мной инфой. Один рассказывает, что местный начальник арены берет с людей плату за драки, которую потом должен полностью отдавать Марику, но... Этот выпердыш цыганит оттуда себе солидный процент, который потом ныкает в кустах. Другой рассказывает, что Денис недавно отправлял своих людей на мельницу к другому наемнику, чтобы те там пакости понаделали чисто ради рофлов. Бедный Марок. Я, конечно, понимаю, что иногда подчиненные могут косячить, но взять такую ораву идиотов под свое крыло, это еще надо умудриться, конечно. В общем, эти двое поделились со мной полезной инфой, а я их за это все равно отправил на раскопки, потому что все-таки в Миртане живем. Хорошо. Уже иду. После получения награды от Брэдли прогоняем раба из рандомной хаты, в которой теперь будем жить мы. Не бить, хозяин. Я лучше пойду работать. Следующим делом я получаю работу от заведующего складом. Этот челик по имени Санфорд отправляет меня на ферму забрать молока и на мельницу забрать пшеницу. И если с молоком проблем нет, то вот на мельнице творится свой шалопайский рофел. Тут заправляет Эльбер, из которого начальник, мягко говоря, говно. Никто ему не подчиняется, рабы устраивают побег из Шоушенка, плюс мы узнали, что Денчик с фермы порофлил именно над ним, подпалив стога сена. И от всего этого его подчиненные сидят, ловят хихишки и ничего не делают. От этого бедняга кажется немного нервным. Что случилось? Ты тоже недоволен оплатой? Иди работай! С одной стороны, я бы в принципе забил на него болт, так как уже узнал про него достаточно, но как оказалось, мы тут задержимся на подольше. Собирая мешки зерном, я понял, что зерна... недостаточно. По словам Эльбера, на них иногда совершают стелс-набеги некие воры. И походу эти самые воры искоммуниздили мешки, которые я теперь должен вернуть. В этот момент я прихожу к выводу, что если первая часть была симулятором выживания на зоне, а вторая часть своеобразной солянкой из рандомного форт-боярдного диабета правого яичка, то третья часть это какой-то симулятор иммигранта, который приехал на материк в поисках спокойной жизни в средневековом европейском море, а в итоге работает на фашистов и сам не понимает почему. После того, как я убил бандитов, Эльбер хоть немного раздобрел и поделился своей радостью с нами. Я заплачу тебе то жалование, которое должны были получить мои люди. Только
Не пропивай все сразу. Так дальше продолжаться не может. Слишком много могу нажраться. Продав кладовщику всякий ставчик, я, решив прогуляться по окрестностям, наткнулся на стоянку орков. Вроде бы ничего сверхъестественного, но есть пару нюансов. Во-первых, они тут стерегут крепость Гота. А во-вторых, у местного начальника орков в плену находится Горн. Я пытаюсь говорить с начальником Патросом, но, как обычно, меня встречает волна негатива. Эй, ты! Ты почему это здесь разгуливаешь, Мора? Говори же, а не то я тебе шкуру на уши натяну. Я должен вас поддержать. Кто это посылает такого слабака, как ты, на поддержку в это проклятое место? Не издевайся надо мной, Мора, иначе я запихну тебя в свою камеру к другому пленному, слабак. Вот за что я обожаю орков, так это за то, что я любому за такую дерзость могу дать ногой по булкам. И мало того, что меня не закроют тюрячку, меня еще и зауважают. После этого мы наконец-то говорим с ним на равных и узнаем достаточно рофильные вещи. Орки вынуждены стеречь крепость Гота, которая раньше была базой паладинов. Ключевое слово «раньше». Дело в том, что как бы они ни старались, но крепость захватить они не смогли, и тогда решили прибегнуть к самому читерскому ходу прогеймеров. Они начали молиться Белиару. И в отличие от наших с вами богов, Белиар прислушался и наслал на Готу убер-мега-омега-демона, который поубивал паладинов, всех жителей и превратил несчастных в живых мертвецов. В общем, в Готе произошел так называемый прекол. И ты, конечно, спросишь, дорогой зритель, если крепость побеждена, то какого хрена орки сидят снаружи, а не внутри? На что Патрос тебе ответил. Для твоих куриных мозгов это, наверное, сложновато, а? Как обычно бывает, у такой победы есть и обратная сторона медали. Демон после экстерминатуса никуда не исчез и... сейчас сидит-пердит в Готе, устроив там себе жилплощадь. И поэтому орки сейчас тут сидят и следят, чтобы демон в случае чего не вышел и не начал местный лют рвать на фантики. Ладно, хватит с нас столько интересной инфы, пора бы уже пельмешку Горна из плена вызволять. Поэтому платим орку дань за нашего братишку. Спасибо, дружище. Я знал, что на тебя можно положиться. Горн, что ты опять натворил? От самого Горна мы узнаем инфу не хуже и получаем квест, от которого я, мягко говоря, сконфузился в районе Писи. Пельмешкин вместе с повстанцами по просьбе нашего старого знакомого Ли, я сам в шоке, ребят, проникли в Готу в поисках камня телепортации, который может любого доставить прямиком к королю Рабару в столицу Венгард, то бишь прямо под куб. И как бы они ни пытались, демон оказался сильнее и дал им всем по одному известному месту. Поэтому мы вместе с Горном берем манатки и идем в Готу давать демону ответочку. Буквально несколько минут назад собирал мешки с молоком, а тут уже идем на забив против сатаны. Вот он, равномерно размазанный геймплей от пираний. Хотя, с одной стороны, это неплохой случай лично для меня. Потому что тут очень много зомбарей и скелетов, за которых я получаю неплохую экспу. И в теории, после зачищения Готы я уже сам должен быть как пельмешка. Тем более толстая туша Горна неплохо агрит на себя тощих скелетов и демон... Мать моя! Это же... Как его там? Это Бладсёрстер из Вахи! Но благо Горн в душе истинный суповар и поэтому рубит негодяя хаосидского в Соляново. Еще одним монстром стало меньше. Вот так Гота стала свободной. И, честно говоря, если третья Готика была бы официальным финалом, где история каждого персонажа заканчивается и приходит к чему-либо, то финал Горна был бы одним из самых душевных. Демон из Готы больше никого не напугает. У тебя опять все получилось. Надеюсь, ты никогда не встретишь противника сильнее себя, друг мой. Что ты теперь будешь делать? Постараюсь восстановить Готу. Там много людей, которым нужен кров. Смотри, чтоб тебя не убили, друг мой. Было б жаль. Пока есть ты, все это меня хоть как-то забавляет. Ну и напоследок в здешних пещерах я нахожу тот самый камень, который ведет в столицу. Правда, идти я туда пока что не собираюсь, потому что все мы знаем, что в столице живут одни мажоры, менты и другие обладатели атрофированных от загазованной атмосферы гениталий. А портить впечатление об игре такими знакомствами я пока что не хочу. Вы еще, кстати, можете попробовать похвастаться Патросу тем, что убили готовского демона, но его реакция будет вполне ожидаемой. Демона, который правил в Готе, больше нет.
Проваливай, Морро, иди со своими врагами в другое место. Далее я снова возвращаюсь в Монтеру и потихоньку заканчиваю рофлить над тамошними дебилами-наемниками. А именно, бью всех на арене, знакомлюсь с местными приезжими из пустынной части материка. Кто ты? Мое имя Собота. У меня почетное задание уборщикам в этом городе. Понимаю. И от повстанцев, которые чилят недалеко от города, узнаю, что таки в Монтере есть предатель-повстанец среди наемников, которого можно вычислить, если сказать «Слава Окаре, героям слава!» Да здравствует Окара! Кому пришла в голову такая чушь? Это была моя идея. Круто, правда? Окара — это, кстати, еще один лагерь повстанцев неподалеку, где они также живут в грязи, моче, говне и полном бескультурье. Отличный пароль. Тогда уж бегали бы прямо по городу и кричали: «Эй, я повстанец, давайте, убейте меня!» Мне это как-то и в голову не приходило. Тупица. Как оказалось, эти челики рассказали мне все это не просто так. Для них я убил буренок наемников, потому что повстанцам это приносит радость, возбуждение и так называемый стояк. А как насчет свиней? Они не так важны, ведь они не дают молока. Понимаю. Теперь, дабы выследить предателя, мне приходится подходить ко всем подряд и говорить эту чушь про Окару. Да здравствует Окара. Ага, конечно. Сам не сдохни. В конце концов, на эти слова реагирует местный кладовщик, кому мы всякий став и толкали. Да здравствует Окара. Ублюдок! Где ты это подслушал? Давай выкладывай! Узнав, что кладовщик-предатель, Марик расстраивается и чуть ли не впадает в маниакальную депрессию с переходами на прослушивание российской эстетической музыки. Но тем не менее, он справляется с нервным срывом, кидая шестерку на дайсах, и с легкостью просит нас порезать крысу на роллы, что мы с радостью и делаем. Потому что Косипоша — профессиональный суш... Имперский фашист он, короче. Вуаля. Теперь мы можем зайти в крепость и поболтать с местным вожаком Сморчей, которого зовут Варик. Еще один вонючий Морро. Кто, черт подери, впустил тебя сюда? Твой вид раздражает меня, Морро. А вот пердеть в конце было не обязательно. На самом деле, я даже немного расстроился тому, что в итоге от него услышал. Мало того, что он вылил на меня ушат оскорблений, так он еще дал типичное такое задание пойти зачистить очередной лагерь повстанцев, которые, кстати, живут в пещерах. В принципе, такое же задание мне дал вожак из Кабдуна, и я это делать пока что не буду, и поэтому пойду дальше чилить по крепости, где, в отличие от вожака, другие сморчи рофильные. Например, тут есть еще один орочий торговец. Ничего здесь не перепутай. Иначе я отрублю тебе пи***ку, понял? Местный прапор, который реально может дать дельные советы по ближнему бою. Одни удары можно блокировать, другие нет. Научись видеть разницу. Или ленивый сморч, которому мы можем дать подзатыльников и отправить работать. Я пошел, но больше ко мне не приставай. Понял. Ну вот, Монтера в принципе изучена. Задание вожака я пока что выполнять не буду и отправляюсь дальше в путь, а именно в Трелис, где также засели орки. По пути ничего такого сверхъестественного не было, не считая того, что я спас фермеров от мелких гоблинов, а в награду за это они дали мне квест на зачистку еще одной пещеры. Это я отказываюсь как-либо комментировать и сразу перемещаю наш рассказ в замок Трелис. Данное место является важной стратегической точкой для орков. Во-первых, буквально рядом находится граница с пустынями, и поэтому именно через Трелис и проходят все торговые караваны, да и прочие путешественники. А во-вторых, рядом находятся важные раскопки орков. Но что самое важное и самое поражающее, это то, что мы тут находим нашего старого знакомого, который совсем не рад нас видеть. Снова ты? Неужели я не могу никуда пойти, чтобы ты не стоял у меня на дороге, а? А почему ты думаешь, что Гомес заинтересуется тобой? Меня также веселит то, что разрабы даже тут умудрились сами над собой порофлить. Я смотрю, ты опять в карауле у ворот? Попридержи свои шуточки, ублюдок. Наш старый друган оказался не так прост. С его слов мы узнаем, что старый добрый город Харини спал, и всех его жителей заковали в цепи и отправили в рабство шахты копать да биткоины майнить, где вместо видеокарт используются жопы слейвов. Сам же Торус в рабстве быть не захотел, поэтому взял и заделался данжен-мастером местных гладиаторских боев, заставив орков вспотеть в районе бикини. После этого сморчи сделали его главным на внешних территориях Трелиса, да еще в подчинение дали отряд. Поэтому неудивительно, что Торус так забеспокоился, когда Косипоша появился на пороге. Если ты
в этот раз намереваешься испортить мне все, тогда я тебя убью. Ясно? В самом Трелесе к вождю нас также не пустят, пока мы, как обычно, не пошляемся по округе. В этом нам поможет Торус, кто как раз-таки будет нашим квестодателем. Я могу тебе помочь. Для меня было бы лучше, если бы ты снова исчез. Но так как ты точно не сделаешь мне такого одолжения, то ты можешь и поработать на меня. Для него надо будет убить несколько тупых угров, которые засели тут в пещерах и не дают люду нормально перемещаться. Еще нам необходимо узнать, кто жег местную ферму и убил бедных ньюфагов, которые для орков добывали еду. Не особо хочу расписывать и сразу скажу, что это сделали какие-то странники, которые в этом мире играют роль каких-то всратых нейтралов, которые поклоняются Адонесу. Про очистку пещеры от саблезубов я ничего говорить не буду. Но еще нам надо очистить кое-какую гробницу от чудовищ из цепи, дабы там орки могли артефакты добывать, ну и плюс скрифаниться с местным шаманом, который не смог Ваняру выбраться отсюда. Спасибо тебе за помощь, Морра. Одному мне бы не хватило храбрости выйти против нежити. Прими от меня в благодарность эти напитки. Ну и вот и все. Теперь мы можем спокойно пройти к вождю в Трелесе. Квест, который этот негодяй дал мне в итоге, настолько заставил меня обосраться, что... вы об этом узнаете в следующем ролике, дорогие мои друзья. Большое спасибо, что посмотрели данный синематографический казус по игре Готика 3. Следующий ролик выйдет, надеюсь, что скоро. Также большое спасибо всем тем, кто откликнулся на мой призыв по сбору дани с работяг, дабы мы в ближайшем будущем смогли накопить достаточно деньги и свалить из проклятых земель и зажить счастливой хоббитской жизнью где-нибудь в своем шире, с уютной кладовой и медными дверными ручками. К слову, все ваши донотики таки будут зачитаны в капиталистической версии ролика «Вопрос-ответ». Тем более, благодаря вам там уже достаточно вопросиков накопилось. Большое спасибо вам, дорогие мои. До осенних встреч, дети космоса мои. Ролик кончился.